Здравствуйте, в эфире программа «Точки над и», в студии Артемий Заварзин. Сегодня мой собеседник Андрей Кантиевский, председатель избирательной комиссии Архангельской области. Андрей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, регистрация кандидатов на выборы в Государственную Думу сейчас продолжается и настолько активно, что облсберком накануне не выдержал, произошел пожар. Расскажите, пожалуйста, что все-таки произошло там? Это были командно-штабные учения, силы средств органов внутренних дел, представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям Архангельской области и избирательной комиссии Архангельской области. Последние три дня, которые прошли на той неделе, состоялись семинары обучающие с председателями и секретарями территориальных избирательных комиссий. И совместно вот с теми организациями, которые я назвал, было решено провести вот эти штабные учения для того, чтобы они увидели вживую, как, значит, необходимо действовать в случае возникновения нештатных ситуаций на избирательном участке. Дело в том, что мы каждую кампанию, такие алгоритмы на места поступают, но в связи с тем, что это все в бумажном виде, да, достаточно сложно бывает воспринять все-таки, куда и как должно выноситься оборудование, избирательная документация, каким образом эвакуируются избиратели. Это все показали вживую, поэтому как таковое был имитация дыма, так скажем, ну, действительно большое задымление. Было ли рассмотрено ситуации с поступлением звонка о заложенном взрывном устройстве, с присутствием на избирательном участке, так скажем, хулигана, который вел себя неадекватно. Все это вживую было показано, и наши коллеги очень хорошо прокомментировали вот это вот учение, потому что один раз увидели, теперь они смогут донести до нижестоящих участковых избирательных комиссий. Главное, чтобы этот сюжет остался только сюжетом учений, да, не воплотился в реальности. А такие учения, они ведь и дальше будут проходить, насколько я понимаю. Да, в районах области мы тоже планируем, что такие учения пройдут именно для членов участковых избирательных комиссий, которые в день голосования будут работать именно с избирателями. Ну, теперь о кандидатах, сколько их уже у нас зарегистрировалось и до какого числа необходимо это сделать и какой период наступает потом? В избирательную комиссию Архангельской области документы поступили от 21 кандидата. Два кандидата – это кандидаты самовыдвиженцы, то есть выдвинулись без поддержки политических партий. Один кандидат в 72-м избирательном округе, один кандидат в 73-м избирательном округе. Политические партии, 10 политических партий на федеральном уровне предложили кандидатов на территории Архангельской области. Значит, это 4 парламентских партии. Также партия «Родина», «Яблоко», «Патриоты России», «Коммунисты России», «Парнас» и «Великое Отечество». Это уже не парламентские партии? Да, это уже не парламентские партии. То есть 6. И вот Великое Отечество, кандидаты, которые представлены в Архангельской области, они сейчас осуществляют также сбор подписей, значит, для того, чтобы партия Великое Отечество была зарегистрирована на федеральном уровне. Если партии удастся собрать 200 тысяч подписей, и, значит, все эти подписи будут, так скажем, количество этих подписей будет достаточно для регистрации, список партий будет зарегистрирован, соответственно, эти два кандидата, которые у нас есть в области от Великого Отечества, также будут присутствовать в избирательных бюллетенях. Если же этого не произойдет, то, значит, останутся только те партии, которые, значит, сбором подписей не осуществляли и, соответственно, имеют такую, так скажем, предусмотренную законодательством льготу, да, бонус так называемый. То есть сейчас идет еще этап регистрации, затем какой этап наступает, вплоть вот до 18 сентября? Из 21 кандидата, о которых я говорил, 4 кандидата в настоящий момент уже являются зарегистрированными кандидатами, приобрели этот статус. В избирательной комиссии еще 4 заявления поступило с необходимыми документами на регистрацию еще 4 кандидатов. И, значит, после того, как остальные кандидаты представить документы, приобрету статус зарегистрированного кандидата, мы будем уже четко понимать, сколько у нас всего будет кандидатов в эту кампанию. Дальнейшее действие со стороны кандидатов активно, я так понимаю, начнется, значит, предвыборная агитация, потому что за счет только, наверное, узнаваемости кандидат может рассчитывать на поддержку избирателей. Те, кто выдвинут партии, им несколько проще, потому что партия также работает на кандидата в том числе. Избирательные комиссии с 3 августа начнут выдавать открепительное удостоверение избирателям, те, которые не будут присутствовать на своем избирательном участке в день голосования. Также мы сейчас уже работаем по, значит, вопросам изготовления избирательных бюллетеней, подготовки, то есть все те необходимые процедуры, которые в рамках законодательства мы должны осуществить, мы ими занимаемся. Ну и, соответственно, с начала сентября, 7 сентября, приступят к работе участковой избирательной комиссии, можно будет прийти себя проверить в списках избирателей, значит, придет приглашение в каждый почтовый ящик о том, где вы будете голосовать на избирательном участке. А вот, кстати, о участковых избирательных комиссиях, как будет вестись работа по их формированию, какие-то новации здесь будут? Составы участковых избирательных комиссий у нас сформированы на 5 лет. То есть срок полномочий с 2013 года у них начался, с мая месяца, и до 2018 года это, так скажем, такие достаточно
устоявшиеся коллективы, да, вот, но в связи с тем, что сейчас на территории Архангельской области, кроме выборов депутатов Госдумы, будет проходить еще достаточно большое количество местных кампаний, 174 избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов, практически, ну, во всех районах области, за исключением городов, то в случае возникновения каких-то родственных связей, подчинения по работе, члены участковых избирательных комиссий будут вынуждены, значит, сложить полномочия и, значит, будут производиться замены соответствующие. Мы сейчас объявили о приеме предложений в резерв, так как комиссии участковые только из резерва формируются. Соответственно, значит, вот эти предложения, которые поступят в резерв в случае выхода по объективным причинам действующих членов участковых избирательных комиссий, будут заменены с состава резерва. Поэтому желающие, как бы, поучаствовать в этой работе, можете обращаться, и наши территориальные избирательные комиссии документы принимают, у вас будет возможность поработать в эту кампанию уже на участках. Вот надо сказать, что только федеральный закон о выборах депутатов Госдумы за последний год было внесено более сотни изменений. Какие бы основные изменения вы сегодня выделили? Изменений достаточно много произошло на федеральном уровне. Мы со стороны областного собрания депутатов, с помощью областного собрания депутатов, внесли все изменения в областное законодательство, то есть выборы тех, которые я говорил, 174 избирательные кампании, они проходят уже по обновленному областному закону с учетом этих изменений. Можно назвать основные изменения, которые непосредственно затрагивают интересы кандидатов, политических партий, избирателей. Основное изменение — это то, что, значит, наблюдатели, которые направляют кандидаты политической партии, должны быть документы на них, списки направлены в комиссии не позднее, чем за 3 дня до дня голосования. Это сделано в противодействии тех технологий незаконных, которые применялись на предыдущих выборах на ряде территорий Российской Федерации. То есть также изменился очень существенный подход к правилам проведения предвыборной агитации. То есть нельзя использовать в своих агитационных материалах изображение физических лиц, изображение детей, внуков и так далее. То есть это все запрещено законом. Можно использовать в агитационных материалах только изображение кандидатов. Вот. Это очень такая серьезная норма изменилась, поэтому она первый раз будет применяться. Конечно, будет практика нарабатываться, как это все будет действовать. Но я думаю, что, значит, все партии и кандидаты будут это соблюдать, потому что закон требуется соблюдать. Самая большая инновация на выборах предстоящих — это изменение нарезки округов. Чем вызвана была такая необходимость, и не будет ли здесь определенного рода путаницы? Потому что как раз тут граница округов у нас по улице Воскресенской, да, если я не ошибаюсь, располагается. То есть тут, что называется, шаг вправо, шаг влево. Нарезка такая сделана не только по территории Архангельской области. В целом подход был следующий. То есть на выборах депутатов, когда выборы проводились по одномандатным избирательным округам в 2003 году, нарезка была тоже север и юг. Да, так, если говорить географическими какими-то понятиями, значит, делилась на северную часть территории Архангельской области и на южную. В северной части превалировало полностью городское население. То есть избиратели, проживающие в Архангельске, в Северодвинске, полностью, так скажем, доминировали над сельскими жителями, которые были, так сказать, примыкали к этим территориям. Сейчас этого доминирования не произошло, не произойдет, потому что город Архангельск поделен на 2 части фактически. Да? И единственное, что нужно кандидатам и партиям учитывать, что деление это произошло по улице Воскресенской, и в случае проведения предвыборной агитации партиям несколько легче здесь, потому что они в целом будут собирать свою копилку голоса по территории Архангельской области. А то, что касается кандидатов-одномандатников, нужно понимать, что, значит, 72-73 округ — это несколько разные территории, то есть избиратели, которые будут голосовать на территории, предположим, Ломоносовского округа, значит, с ними нужно именно таким образом работать, чтобы они не спутали, значит, придя на участок, не увидели и не удивились, почему же в бюллетене нет того кандидата, за которого они должны проголосовать. Эта работа для кандидатов очень важна, и они должны ее как раз отработать отлично. А вот если говорить о 72-м и 73-м, какие районы входят в тот и в другой округ, чтобы телезрителям тоже было понятно? Перечень районов у нас на сайте имеется. Это приложение к федеральному закону о выборах депутатов Госдумы, вернее, о схеме округов на выборы депутатов Госдумы. Кого, в общем-то, интересует непосредственно перечень районов, которые входят, можно посмотреть на нашем сайте. Здесь деление также произошло и Приморского района в 2 части. То есть ряд муниципальных образований Приморского района вошел в территорию 72-го округа, 73-го. Я сейчас, наверное, долго перечислять районы, но хочу сказать, что практически они делятся с севера на юг.
север-юг. То есть, вот если так взять, значит, то территория разделена на север-юг. То есть, если применительно к Архангельску говорить, то получается, какие округа в каком? Если применительно к Архангельску, то у архангельскогородцев, в общем-то, здесь все понятно. Значит, в 72-й округ, одномандатный избирательный округ Архангельский, попадает территория округа Октябрьского округа, соответственно, округа Соломбальского и, значит, Сульфа, там тоже, да, это фактически Соломбальский северный округ, да. Вот. Если говорить про территорию 73-го округа, тогда попадает территория Ломоносовского округа, округа Майская горка, Вараина фактория, и, соответственно, Цегломенский и Скогорский округа туда попадают. То есть мы сейчас с молодежной избирательной комиссией готовим такую, как скажем, информационную акцию, да, то есть в районе Петровского парка будут наши волонтеры из молодежной избирательной комиссии находиться определенное время и раздавать памятки, да, избирателям о том, какая территория к какому округу относится. То есть для того, чтобы избиратели знали, все-таки, где они голосуют. Потому что там достаточно большое количество, так скажем, горожан находится в летний период. И поэтому будем этим делом усиленно заниматься на границе. Андрей Васильевич, я благодарю вас за беседу, за важные и интересные объяснения относительно избирательной кампании, которая уже началась и завершится 18 сентября. Спасибо большое и до новых встреч. Спасибо. Это была программа «Точки над «и». Всего вам самого доброго. До встречи.